Дорогие жители города-героя Тулы и Тульской области, мы стоим на пороге нового 2015 года. Самое время подвести итоги. Судьбоносный и поворотный для будущего России уходящий год заставил нас сплотиться, ясно осознать, что мы – единый народ, которому по силам любые трудности. Мы выросли как команда. Мы в большей мере, чем когда-либо, настроены на серьезную работу. Это не просто слова. За ними стоят сотни реальных дел. Благоустройство городов нашего края, создание новых рабочих мест, забота о здоровье и просвещение наших детей. Спасибо вам за неравнодушие и труд на благо нашей Тульской области, за доверие и твердую руку поддержки. От всего сердца желаю вам здоровья, домашнего уюта и тепла. Пусть сбудутся все желания и мечты. Дорогие тулики, с наступающим вас Новым годом и Рождеством!